И в завершении сегодняшней программы, в конце минувшей недели, я вам обещал рассказать исключительно в цифрах и фактах о том, какая суточная потребительская корзина у российского гражданина. Ее параметры, напомню, определяет Кабинет министров, как и, например, у отдельных животных московского зоопарка. Итак, в московском зоопарке, это официальные данные, стоимость суточного рациона ежика 84 рубля, ослика 87 рублей. Суточная потребительская корзина гражданина России, согласно постановлению правительства России, 86 рублей. Так что уже не ежик, но еще не ослик. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!